Чувашии подвели предварительные итоги единого госэкзамена. В этом году выпускники показали лучшие баллы по географии, химии и литературе. Впервые в республике есть 100-бальники по географии. Успешно сдали выпускники этого года экзамен по русскому языку. По сравнению с прошлым годом средний балл выше. 30 человек получили максимальную оценку. Впервые с 2016 года есть два выпускника, которые получили 100 баллов на экзамене по литературе. Наивысший балл по химии получили лишь 5 выпускников. В прошлом году таких было 16. Выпускников, которые в целом не справились с экзаменационными заданиями, также стало на 4% меньше, чем в прошлом. Но показатели могут поменяться, а окончательные результаты будут известны после подведения работы апелляционной комиссии. 25 и 26 июня в республике пройдут выпускные вечера. В Чувашии действует запрет на проведение банкетов, и для выпускных исключения тоже не сделают. Еще раз мы хотим обратить внимание на все правила безопасности, которые должны быть и соблюдаться. Выпускные должны проходить в общеобразовательном учреждении. Если погода позволит, рассмотрите, пожалуйста, вариант проведения выпускных на улице. Это очень и хорошо, и можно сделать незабываемым выпускной для ребят и для родителей, и более безопасно. Кроме того, конечно, решение о допуске дополнительно родителей, гостей принимают, конечно, в итоге примет школа. И здесь необходимо минимизировать и подумать о том, что ребятам сдавать экзамены.